Доброе утро, друзья! С вами Домик в деревне. Новый день в деревне, новые заботы. И сегодня ко мне в гости приехал Русланчик. Вот этот Русланчик, мой друг, товарищ детства. Привет! Да, вот он. Его сегодня поселили вот здесь вот. Это кунг, так? В планах быть гостевым домиком. Вот он как раз сегодня на себе оценил всю прелесть милитари. Да, милитари. Достоинства, недостатки данного жилья и будет заниматься его переоборудованием в нормальное таки жилье. Оно, в принципе, задел хороший есть. Вот. Вот раскладушка уже есть. Вот тут вот матрасы лежат и так далее. Но чего-то не хватает. Как вы думаете, друзья, чего здесь не хватает? Вот. Что-то мне подсказывает, что не хватает здесь, наверное, уюта. Вот. Электричество по ночам, да? Ага, Wi-Fi. А Wi-Fi что, здесь не берет? Берет, но плохо. А, ну вот. Ну, в общем, вот, вы поняли, что тут не хватает для счастья, да? Вот. И вот именно вот этим ему и предстоит заняться все вот это вот время, пока он здесь. Сегодня решено было переделать ограду для индюков в игл. Вот, сделать кусочек побольше, потому что здесь они очень быстро выили все. И теперь здесь тоже лысая гора. Надо разобрать старое. Куплена вот такая еще сетка была. Забрал в светофоре последнюю. Больше по городу смотрел, нет нигде. Может, где-то и завалялось там, где я не нашел. Но несколько магазинов объехал, нет нигде. Ограда пойдет вот куда-то туда, вот в этом направлении. Здесь вот, чтобы меньше стяжек тратить, можно продеть так сквозь ячейки. Ну, я так, по крайней мере, думаю. Хотя, как по мне, стяжками, наверное, даже быстрее будет. Но экономика должна быть экономной, наверное. Вот это огурец переросток. Для себя, людских огурцов, мы уже нарастили, накатали, наелись. И, в общем-то, тут их еще хватает, такие, которые можно съесть нам. Например, вот такой вот огурец, да? А эти огурцы, вот еще можно съесть нам. Вот такой вот огурчик вот здесь вот в песочке спрятался. Хотя уже крупноватый. Вот, а вот это мы уже растим на семена и курам. Вот они когда поспеют, тогда тут будет в них смысл и смогут куры с него что-то съесть. Такой вот еще огурец. Гляньте какой. Почти кабачок. Это огурец. Тут вот маленькие можно скушать. Вот, вот это вот маленькие еще растут. Может быть, даже поспеют. А вот тут вот куриное счастье. Кабачков в этом году нет. Будут огурцы. Есть надежда, что трех стяжек достаточно. В одном из прошлых видео вы могли видеть, как Наталья бушевала, не могла понять, что же это она посадила. Вот как вам кажется, что же это она посадила там? Какие такие огурцы она посадила? И что это вообще?
Вот, вообще садила она огурцы. Вот, под осень, чтобы снять второй урожай огурцов. А получилось вот такое вот. Закончил городить ограждение. Вот такое вот получилось. Такое вот длинное, большое. Зато теперь можно выпустить индюков, пускай гуляют, травку кушают. Вот этих вот курочек можно выпустить. А то они там у себя повыедали уже в норе. Можно, в принципе, передвигать и дальше, как я вот передвигал вот этот вот загончик на свежую травку, просто местами сдвигал. Здесь вот видно, вот здесь вот была травка. А здесь еще свежая травка, еще не поклеванная. Но сейчас можно выпустить и пускай пасутся. Они огород не смогут мне испортить. Вот там плевать на огороде. Так что пускай будет свободный выгул. В некоторых местах как-то так кривенько получилось. Это я чуть попозже подправлю. В принципе, тут просто надо немножко поднатянуть, и все будет хорошо. А вот сейчас тяжечки возьму.